Как говорится, если лень покупать мотыля, переходи на безмотылку. Володя уже ловил, ну и я присоединился. Решил я освоить безмотылку. Приобрел набор у известного мастера. Ссылочку я оставлю в описании. И решил попробовать. Чтобы освоить безмотылку, нужно с собой изначально не брать никакой насадки живой и ловить чисто на безмотылку. В первую очередь нужно быть уверенным в своей снасти и своей мормышке, и рыбалка состоится в любом случае. И рыбка будет клевать. Поклевки начались сразу же, но такого уж сильного клева, чтобы с каждой проводки. Такого, конечно, нет. Задевы, по губам проловы, ну и рыбка клевала. По моим сравнениям, ну что, в принципе, на мотыля, что на безмотылку. На безмотылку, мне кажется, поактивнее чуть-чуть была рыбка. Дмитрий тоже ловил на безмотылочку муравей с желтым шариком. А я ловил на лодочку с зеленым шариком. В принципе, разницы нет. То есть попал на рыбу, рыба клюет. Проводка незамысловатая, то же самое, что и на мормышку. Единственное, что нужно не допускать сбоя приманки и проводить. То есть положил на дно, со дна ведешь кверху с определенной амплитудой. И в верхней точке остановился, секунду можно подождать, вдруг рыбка догонит. То есть бывает такое. И плавный спуск. У Дмитрия клевало на спуске. Я до этого использовал как безмотылка с подсадкой опарыша, допустим, или мотыля. Это уже не безмотылка, это уже живые компоненты. А тут чисто на безнасадочный вариант. Подглядел я у ребят, был недавно на рыбалке на тоже Вологде, у Петровского домика. Ну, там действительно специалисты. С каждой проводки практически рыбка. Я сидел своими мормышками, вот до этого, которыми я ловил, у меня не было даже задева. Вот. И много, мне кажется, все равно определяет мормышка, вид мормышки и вид вот этого шарика. Следующий этап будет ловля на чертика. Освою, когда безмотылку полностью. Но это только Вологда. Сначала я ловлю на безмотылку, потом попробую на других водоемах. Так то Кубинское озеро, может быть, еще где-то, где буду на таких водоемах, принципиально не буду брать с собой живые компоненты. Ловить чисто на безмотылку, добиваться проводки, добиваться частоты амплитуды подачи мормышки и цвета, соответственно, мормышки. Вот, с цветом я угадал. Зеленый он универсальный. В прошлом году у меня была такая мормышечка. Оторвала. На нее клевала сразу же. А на остальные только с подсадкой.
клев был неактивный, я бы не сказал. Но рыбку половили, отдохнули с друзьями. Главное без мотылки – терпение, терпение и еще раз терпение. Меняем проводки, меняем амплитуду, меняем мормышки и добиваемся результата. Все, всем ни хвоста, ни чешуи.